16 марта Чебоксарский пункт передержки животных проведет ярмарку-раздачу бездомных собак. Щенки и взрослые четвероногие будут ждать вас. Любой желающий может забрать домой понравившееся животное. Для этого нужно будет заполнить необходимые документы. Поэтому не забудьте взять паспорт. Все пушистые, здоровые, привиты. Если нет возможности приютить собачек, здесь будут рады любой помощи. Вы можете принести поводки, ошейники, корм, ветпрепараты для братьев наших меньших. Выставка пройдет на третьем этаже ТЦ «Мегамолл» с 13:00 до 18:00.